Это у меня в голове закрадывается смутное чувство, что там уже все закрыто с нашими темпами. Согласна. Сейчас будем делать обзоры на ЖК на Краснодарской. То есть это получается у нас что? Вот прямо у нас идет улица Краснодарская, а дальше там у нас будет Южный рынок. Если мы пойдем в левую сторону, мы с вами попадем прямо на море. Буквально минут через 10-15, если идти пешком. Вот, здесь обычно Саша Альбатрос ходит из церкви, вот прям по этой улице. Все, потей, пошли. Вот ЖК на Краснодарской у нас. А, то есть с левой стороны у нас есть Магнит, шлагбаум, въезд. То есть не все сюда могут проехать. Но есть один секрет. А с другой стороны этого комплекса нет шлагбаума, и можно заехать просто так. Вот. Ну, вот так выглядит этот ЖК на Краснодарской. Как бы все место заделано под автостоянку. А дальше там у нас есть площадки для детей. Вот, кстати, можете посмотреть уже номера. Мы посмотрим чуть попозже, а сейчас обратим внимание вот на этот дом. Я не сразу понял, но оказывается это... Вот, это гостиница. Здесь кафе, мойка и, естественно, забор. Но с виду похоже, как будто это дом. Я это понял только по занавескам, которые висят на балконах. Они одинакового цвета. Пойдемте дальше. Вот квартиры, которые уже продают буквально год и все никак не продаются. Сразу скажу, квартиры здесь не дешевые. То есть вот квартира, если я не ошибаюсь, это одна и та же. Вот, и вон там внизу квартира. Только номер содрали. Не квартира, а помещение сдают. А квартиры начинаются по цене от 3 миллионов и там до 5, до 6 миллионов, короче, как обычно. Кстати, сейчас очень заметно потеплело, было так холодно, что просто невозможно было ходить и вытащить руки. Здесь у нас есть парикмахерская, Потя. Опять же, продаю объявление на первом этаже. Можете, если что, звонить, спрашивать. Вот через агентство продажи идет. Номер мы сняли дальше. Тут, короче, все, половину домов продают. В этих домах очень обширные холлы. То есть, как ходишь в подъезд, вроде бы подъезд такой маленький кажется, но на самом деле он очень широкий, как в замке. Мы видим машины, 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 машины. Сверху квартиры опять продают. С правой стороны ЖК Фройда, не помню, как называется, фамильный, что ли, по-моему, вот достраивают они его. Опять телефон на первом этаже. То есть здесь пока еще как-то непонятно все это дело. Еще одна квартира, давайте заснимем. Телефончик, может быть, кому-то пригодится. Ну, так, в общем, ничего интересного нету. Главное, что стало тепло. Очень трудно ходить, говорить, смотреть и еще думать, о чем говоришь. И еще к тому же, когда у тебя нет никакого таланта авторского, то это вообще, можно сказать, дохлый номер. Вот стоит видеонаблюдение, камеры, доска объявлений, квартиры. Вот мусорки стоят, что, кстати, присутствует не везде. Так, квартира у нас закрыта. Достаточно облагороженный газон. Ну, тут за ним кто-то следит. Потому что меня один раз поругали за то, что я с собакой здесь гуляю. Но я с собакой всегда убираю. Так что мы сумели договориться. Видите, здесь такой красивый чистый газон. Елочки. То есть он не вытоптанный. Но я думаю, собаки навряд ли его смогут вытоптать, если то, что только люди. Эй, потей! Как твои дела? Ну, вот, кстати, дворовые площадки. И опять же продают квартиры. Вот, я думаю, вы все там прекрасно это видите. Можно все позвонить. Хозяин. То есть не через агентство. Где-то через агентство, где-то не через агентство. И вот детская площадка, на которой я периодически хожу подтягиваться. Мне очень нравится, знаете что? Когда делают вот такие вот штукенцы. То есть, обратите внимание, вот я сейчас держусь за перекладину, и она с таким вот белым налетом, то есть краска такая, она хорошо схватывает руки. То есть руки не скользят, очень хорошо подтягиваться, там делать всякие упражнения. А в некоторых, например, как на Парковой 60, там достаточно
плохо сделаны турники. Они такие толстые, я как-нибудь вам их покажу. Так, пойдемте дальше. Ну, вот вторая площадка. Конечно, естественно, детей сейчас никого нету, потому что холодно было. Ну, на самом деле, сейчас хорошо стало. То есть, хотя можно уже выйти на улицу. Буквально вот 3 часа назад не было ни солнца, ни тепла, ничего не было. О, у нас еще одно объявление. 8-938-519-03-22. Продам. Ну, сразу говорю, квартиры дорогие. От 3 миллионов, меньше нету. Планировка очень хорошая, достаточно. Газ уже есть, электричество тоже есть. Видеонаблюдение стоит, как я уже сказал. А вон там вон много всяких фирм, стоматологии, там агентство недвижимости. Вот прям за этим домом, вот в этом здании, он такой длинный этот торговый центр маленький. Там Пятерочка есть и всякие там разные фирмы. Кстати, смотрите, вот еще снег остался, видите? Все вот это вот дело оттаивает. То есть, когда я сейчас буквально с утра вышел, все вот эти вот кусты, все деревья, они были в ледяной, в такой, в корке. Так, ага, вот. И сейчас это все дело вот оттаяло, но все равно снег вот остался. Я поближе сейчас все это дело покажу. А вот, кстати, церковь, в которую ходит Саша Альбатрос по воскресеньям. Вон еще квартирки. Вот сразу несколько объявлений висит. Ну, все. Давайте, вон там в левую сторону у нас идет Пятерочка. О, Потя! Можно? Бегом, 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 бегом! Эх, молодец! Молодец, 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 молодец! Ну, на этом, пожалуй, закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, спрашивайте, может быть, что-то интересно, может быть, нужно что-то снять еще или пройтись по какой-нибудь улице, что-нибудь рассказать, то всегда пожалуйста. С вами был Горец Magic TV, она по морю каждый день. Пока-пока!